В правительстве Магаданской области обсудили строительство и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Ольском и Среднеканском округах. На реке Ола идет строительство дамбы длиной 2,4 километра для защиты центра городского округа и сельского хозяйства от затопления во время паводков. Сегодня работы на завершающем этапе и осенние паводки жителям Олы не будут страшны. Принято работа на 48,9 миллионов. Остается нам принять работы на 52 миллиона, но большая часть этих работ уже выполнены, и мы планируем завершить работы по строительству в конце сентября, начале октября. Также установка гидротехнических сооружений ведется в поселке Клепка, но там заказчик не выполняет работы. Глава региона Сергей Носов распорядился сменить заказчика и установить укрепление от паводков.